Здравствуйте, дорогие телезрители. Послушайте о нашей беде, которая заключается в том, что у нас уже 2 недели нет воды холодной. Мы не можем воспользоваться всеми благами. Вот, и это самый сильный напор. Необходимо перекрывать движение по улице Горького, вскрывать большой участок, потому что вода к нам проходит под теплотрассой, и там образовалось колено. Из-за этого колена забилась труба, сотка полностью грязью, и поэтому прекратилась подача воды. Водоканал не бездействует. Водоканал просто не знает, что делать, куда ушла вода. Они нам обещали, что вот будет потепление, и они будут искать воду. Очень просим сообщить о нашей беде и добиться от водоканала их обязанности обеспечить нас этими услугами, снабжением холодной воды.